Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем Юрский парк. У нас по плану сегодня научный квест. Квест научного отдела. Начинаем. Для жизни необходимо разнообразие и борьба. Весь процесс эволюции — это история борьбы, и главный приз в ней — выживание. Но я не это предлагаю. Не совсем это. Я считаю, что нам нужно создать более естественную среду обитания, чтобы для всех видов, живущих вместе, вступили в действие законы природы. Метриконтозавр. Хорошо, еще одно. Создать один огромный загон для разных видов динозавров. Начнем с детенышей и посмотрим, как они будут взаимодействовать и уживаться друг с другом. Естественный отбор в миниатюре? Таков ваш план? Воссоздать природу искусственным путем? Если не сделаете все как надо, динозавры учуют, что что-то не так. Тут-то вы и окажетесь у них в когтях. Так, маленько фигово, потому что это хищник, серьезно? Вы что, издеваетесь? Ой, капец, так. Ладно, иди сюда. Иди сюда. Хорошо, хищник так хищник. Но после травоядных, как бы. Кто там? Апатозавр. Мне надо его найти, во-первых, еще. Еще найди его, блин. Вот он здесь. Вот здесь. Все в двух местах. Ну, давайте вот эти вот три прям запомним. Так, 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 все. Кентозавр, три штуки. Ну, давай ты там выходи. Почему рейтинг упал настолько? Что происходит? Говорят, вы очень способны. Значит, вам не составит труда выполнить этот новый контракт, так? Что? Почему рейтинг так зданий падает? Прям вот вообще мне интересно. Низкая пропускная способность. Чего? Может, отель построить? Кстати, да, как вариант, отель, наверное. Ну, теперь бы поставить его куда-нибудь еще бы. Кстати, как вариант, почему бы и нет. Правда, так сказать, в жопе мира, как говорится, но... Но пускай будет. Это, правда, лучше, чем ничего. Так, еще одного кентозаврика. Что вам, нормально? Кайфово? Четко? Молодцы. Стоп. А, кентозавр у нас 100% геном. Да. То есть еще 100% геном. Так, с этим мы все продаем. Да, извлеки ты, господи. Так, ну и сразу полетели опять. Так, вот она, апатозавр. Апатозавр и вот сюда. Кто у нас еще? Пенцетератопс. А, но он у нас не 100%, по-моему. ППП. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты, красавчик наш? А, вот он, 44. Все, хорошо.
Потозавр. Метриконтозавр. Это хищник. Кентрозавр. Мы из... Ага. Ага. Короче, нам еще дофига. Понятно. Так, ну, отель, наверное, можно сюда запихать будет. Цифры никогда не лгут. Вы на высоте. Да, отель можно сюда поставить. А, давайте мы вот тут... результаты, почти как у меня. Шучу, конечно. Вам никогда не достичь моих высот. Да, ну, ты уверен, дружище? А что мешает? Что мешает? Вне области строительства ограничения. Что? А, ну тут дорожка тебе мешает. Ну, чуть-чуть не влазит. Ну, блин, обидно. Дайте два рядышком поставим тогда. Ну, а теперь у него еще энергии нету. Ну, вообще замечательно. Сейчас я вам поставлю энергию. Так, так уж и быть. Ужас просто. Просто ужас. Теперь, блин, еще и извлекая этих, как его. Стопроцентный геном надо. Это Ламберт. У меня новый Подождем пока это. Блин, ну придется... А, тут уже выпустить, кстати, можно. Кентрозавров-то хватит, а то мало ли. Сколько? Троих. Все отлично. Ну, ждем 100% геном, пока идем здесь достраивать. Так, достраивать это нам надо, кстати, вот эту штучку, которая развернется в эту сторону. Это раз. Сюда надо еще и дорожку притянуть. Господи. Так. Так. Блин! Ага. Ага. Прикольно. Так. Мне нужна дорога. Мне нужна дорога, которую я не могу вывести вообще ниоткуда, получается. Ай, блин, а вот это зря, да? А, блин, а тут маршрут у меня будет идти, я сюда дорогу никак не сделаю. Вот ты ж. Ладно. Поехали тогда сюда. Давайте вот сюда вот в край просто уйдем. И где-то вот здесь посередочке. А здесь я просто сломаю заборчик. И вот так вот сделаю просто. А, перейди к окаменелостям. Зараза. Блин, теперь попробуй добудь еще все эти. Дайте мне денег, и я горы сверну. Да, ну что, прёт, что ли? Спасибо.
когда мы работаем вместе, не сейчас, дружище, не сейчас. Вот еще одно дело. Возможно, сорвем большой куш. Так, мне кого надо? Пентоцератопс. Ты где, дружище? Пентоцератопс. Вот он, иди сюда. Останьтесь своим штормовым предупреждением, вообще пофигу на него. Берем квест. Давай. Нормальный, пожалуйста. Это ваш шанс показать себя. Хороший квест. Я всегда был любителем приключений. Да, и фанатом пятизвездочных отелей. Так что счастливого копания в грязи. Так, давайте закруглим сразу. Раз я уже туда повел. А это твою мать. Прячемся, пацаны. Пацаны, прячемся. А я пока буду дальше строить. Это вот раз, и мы вот сюда вот это, хопа, вот так вот делаем. А, ой, как хорошо. Так, у нас кое-кто начинает беситься. Так, ближняя команда рейнджеров, пожалуйста. Газуй, 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 газуй. А ну посторонись. Успокоились. Ой, как носит ты ее здесь. Так, что, где-то там далеко, что ли? Что сломалось-то? Забор там. Иду. Но не хочет вообще, прям скользит только так. Так, это что, успокоился там? В смысле? Грёбаный шторм, ты серьезно, тварь? Все, сейчас. Пиздец. А ты как вышел-то? Забор же целый. Или, в смысле, она перелезла, что ли? В качестве меры предосторожности и для вашей безопасности просим пройти к ближайшему убежищу. Ой, все, хана. Где машина-то? От забора отстань, ты что такое упал за забор ты? А, точно, нам еще соединить тут надо все. Низкие рейтинги обычно главный признак того, что где-то что-то идет не так. Вам стоит разобраться, что происходит. Все ясно.
А это кто бегает? А ты как оказался здесь? Ты кто? Кентрозавр. Ты как оказался здесь, чувак? Ты чё, я ничего не... Да отвали ты! Так, ты кто? Ты. Сюда, домой. Ты. Сюда. Как кентрозавр-то вылез, господи, ты чё? Так, ты кто? Индоминус, иди сюда. Все? Все успокоились? Все нормально? Все хорошо. О, копить. Так, открываем. Дамы и господа, приносим извинения за все неудобства во время... У вас потрясающая репутация в научном отделе. Угу. Актив забрали. Ой, блин, капец. Ой, блин, капец. Ой, вообще прям... так, окаменелости. Возвращаемся к нашим баранам, так сказать. Так, нет, не ты. А, ну да, ты. Что-то мне. Так, Апота. Апота. И сюда. Так, это раз. А, гости, вот это вот дело. Какое ограждение? Господи, что вы делаете-то? А что вам не нравится? Вертолетаса добавить. Давай. Так, машинка. Управлять. Так, вижу, лечу. Еду. Чини, хорош. Стоять. На. Да ты, скотина, мансишь. Да ты издеваешься, что ли, или что? Попал, все. Следующий. Стой. Все хорошо. Выдвигаюсь на сбор актива. Требуется забрать актив. Так, это мы сделали. Так, машинка. Там нам заборы ломают. Так, успокойся, дружище, ты о чем? Хватит ломать забор. Все, успокоился? Ты успокоишься, нет? Ты смотри какой, а? Ну ты успокоишься, нет, все, друг, хватит. Не промахнись. Стоять.
Дурачок. Глупый динозавр. Да ну нет, ну успокойся. Ты что? Ну ты-то куда? Успокойтесь. Вы чё такие-то? Ой, господи, это прям вообще. Блин, там же у нас болеют. Господи, вы что меня так сегодня это? Так, быстро, быстро. Быстро. Так, давайте, чтобы сразу. С конца начнем. Давайте, давайте, ребятки. Прямо... Вы мне ничего не даете сегодня сделать. Вы прям меня убиваете просто. Я хотел уже сделать квест вообще, по сути. А они тут мне кипиш устроили. Я даже ничего построить не могу. Вы сделали какое-то великое открытие. Вместе продать. А, занято все. Ладно, пускай изучается пока. Отвалите от машины, они вас лечат. Че вы до них доколупались-то? Они их лечат, они до них доколупались. Отказаться, отвалите. Прям вообще максимально доколупались до них, и все. Так. Вылечить. Все, один остался, да? Ну, естественно, взяли, отмудохали машины, блин, за ничто просто. Еще что ли сломали? Да ты издеваешься. Добавляю задание. Идите работайте. Здесь что, успокоились? Где эти кентрозавры гребаные? Спрятались? Правильно, бойтесь меня. Ой, блин, так. А в исследованиях что-то вроде появлялось. Давайте посмотрим. Превосходная работа. Даже не знаю, получилось бы у меня так достойно управлять этим местом. Какое ограждение? Вам что, все не имется-то? Я не понял. Больные динозавры не обнаружены. Принимаю запрос для ремонтной бригады. Что вам не нравится, я не пойму. Вас трое, чё вы, блин? Вы бы, блин, не разбегались так часто и... А чё им правда-то не нравится? Чё они всё ломают? Вы мне сегодня дадите спокойно поиграть, вы чё? Так, добавить задачу. Идёшь сюда. Идёшь сюда. Так, я на машинке. Это раз. Прям в глаз. Ну, в нос, ладно. Теперь в глаз. Следующий. А, вот он. Стреляй! Все хорошо. Так, почини забор. Да отвали ты.
А, или она починится, как это идет. Хорошо, понял. Так, служба перевозок, идешь сюда. Идешь сюда. Чего им не нравится, я вообще не пойму. Вон, трицератопсы бегают, им все хорошо. Эти же все ломают, им все не нравится. Что вам не нравится-то, вы мне объясните? Какие-то бешеные кентрозавры. Все, починился, молодцы. Кажется, у вас все под контролем. Ага. Под контролем. Задолбал меня этот контроль уже. Так, а нет, мне вот этого апотозавра, пожалуйста. Так, вот это продать, продать, продать. Извлекаем, продаем, продаем. Извлекаем, извлекаем, быстрее все делаем, продаем. Продаем. Ой, зря продал. Так, поехали сюда. По покоя ноль просто. Еще что-то можем исследовать. Давайте. Исследуется. Хорошо. Сюда. Все, три занято. Вы дайте мне хотя бы достроить вот эту фигню для гостей. Какого монорельс гребаный. Да какой квест? Ты дай мне вот это дело. Да, кого ты делаешь? Господи, что сегодня происходит? Давай, вот, соединились, молодцы. Теперь мне нужна подстанция на какое-то время. Давайте сразу большую тогда поставим. Просто вдоль проводим. Так, а ты... Ага, вот здесь есть... Спасибо. Собирался зайти выполнить просто квест. Ну да, конечно. Мне это дали сделать прям. Так, кентрозавры, вы успокоились там? Так, ну им все в кайф. Че им тогда... Че им не нравится? Че они все разносили-то? Балбесы. Прям вообще балбесы балбесами. Ты мне тут не рычи еще, блин. Разрычалась. От забора ушел быстро. Молодец. Послушный. Знает, кто в доме хозяин. Так, что еще мне нужно? Мне нужно запросить новый квест. Предлагаю вам этот контракт, пока он еще тепленький. Хороший квест, мне нравится. А че, вы прилетели уже, да? Так, сюда. Сюда. Кто? Наука требует доказательств, но интуиция... Вы издеваетесь или что? Вы что начали-то? Подтверждено. Назначаю дополнительное задание. Спасибо за все. Вы только посмотрите. Новый контракт, который придется вам по душе. Ага. Добавляю задание.
Так, там вроде сейчас закроется. Да. Так, добавить задачу. Обезвредить сразу вот за этим. Но вы поедете, нет? А или мне самому, блин, быстрее будет это сделать? Поехали. Не акайте, блин. Вы меня сегодня бесите, да вы... Блин, эта серия ни о чем. Эта серия называется... Ух ты! Нет! Тихо! Куда? Ну стоять. Куда побежал, гаденыш? Я тебя догоню. А, не вижу. Нет обзора. Нет обзора. Вижу. Ну попади ты в эту тушу. Какой болеет? Попал, хорош. Ну, где ты там? Фух, блин. Ну, вы и тварь, я скажу. Так, апотозавр. А, пока что. Так. Ой, блин. Прям вы такие, я бы сказал, кто. Давайте в исследование вдарим пока. А, тут что-то есть? Тут нету ничего. Здесь, иди сюда. Здесь нифига, здесь исследуем. Здесь нифига, здесь. Ага, иди сюда. Здесь исследуется, заканчивает даже. Все. Ну это просто ужас. Это не серия, это что? Это просто решение проблем, блин. Так и будет называться решение проблем. Вот если бы не 100% геном, я бы уже выполнил этот квест, но просто больше никак его не сделаешь. Давайте хоть что-нибудь тогда еще что за... А, о, точно! Тачан. Птичник. Сейчас мы вот сюда вот его забабахаем. А, он теперь сюда не влазит. Ага. Ага. Давайте так куда-нибудь туда запихаем его. А, вот сюда. А, он сюда не влезет. Замечательно. Красота. Красота. Угу. Еще и вода. А снести автоматом воду нельзя, да, типа слишком сложно было реализовать механику эту. Давай, иди сюда, что ли. А чё ты не соединился? Неужели было сложно настолько? Так, апотозавр, апотозавр. Хорошо. Продаем. Так, это тоже продается. Апотозавр, я так понимаю, все, да? Это будет последний. Плюс 4%, и тут, скорее всего, да. В
Все, то есть 3% он не дает. Все, тогда это мы продаем. Сразу их отправляем по новой. А потозавр все, значит, ты сюда. Сейчас мы их закажем, кстати. Теперь ментрикотозавр еще какой-то. Еще найди его. Вот он. Он у нас 100%. Все хорошо. Тогда все. Кто нам нужен? Все. Получается, все. Мы почти готовы выполнить этот квест. Идешь сюда. А потозавр вывести. Потозавр вывести. Плюс у него кормушка еще должна быть высокая. Высокая кормушка. Иди сюда. Научный процесс состоит не только из экспериментов. Необходимо вести наблюдение. И мне нравится то, что я вижу. Так держать. Давайте вот это снесем. Точно, надо же сюда, чтобы посмотрели тоже. Нет, не забор, дорожку. Вот так вот. Уже начинаем ломать то, что строили. Планировали. Так, этих мы двоих заказали. Я не буду этого говорить. Короче, тот же самый трицератопс, просто другой. А я же вас отправил, не? Отвали пока что, дружище. Я не всех отправил, точно. Я же одного отправил, а других нет. Иди сюда. Работайте. Я же посмотрел, что там заказал. Все нормально, все хорошо. Так, птичник, иди сюда. У нас нету этих птеродонтов самих-то. Самих-то птеродонтов у нас нету. Пока этого еще одного добудешь, это будет очень долго. Давайте пока что сделаем, изменить маршрут. Просто сделаем, чтобы он вообще был. Хоть какой-то так. Через лес. Куда-нибудь вот сюда. И вот так вот. Пускай пока будет так. Сколько машин? 6, естественно. Вот так вот, давай. Все, работайте, ребятки. То тур пошел. Я еще думаю, что придумать. Тут что у нас? Нет. Еще долго. Так, ребятки, прилетели. Да нафиг мне вот... Да, это же другие. Точно. Ой, как тяжело в это дело все делать. Дело все делать.
6 ячеек, да, что у меня? А где? А где птеродон? Эти, да, надо его отрыть. Где? Так. Майнкой завожу. Где птеродон-то? Они вообще должны быть открыты, по-моему, да? Ну, как минимум. Так, ну-ка. А, исследование. Ай, так, иди, так. Так. А, Исла Сорна, все, понял. Ага. Окей, я вас понял, ребятки. Все сделаем. Это будет чуть попозже. Блин, ну этого мы пока добудем, пройдет вечность просто. Ужасно. Ну дайте хоть выпустить вот этих, блин, долго еще. Долго. А что у нас здесь? А, расширение инкубатора стоит. Кстати, можно убрать и сделать скорость. Так вот. Ну, вроде чуть быстрее пошло. Ты травоядная хрень, блин. Тебе зачем пастбище? Ты мне объясни. Да нафиг мне, вы мне вот этих-то привозите. Привезите мне то, что мне нужно. Точнее, которых у меня нету. Зачем вы мне привозите те же самые? Я понимаю, да, чтобы продать, чтобы были деньги и все такое, но когда у меня денег до хрена, мне просто оно не надо. Я даже уже все прокачал, я все вообще вкачал. Что вы от меня хотите? Дайте мне завершить гребаный квест. Я не хочу вот так вот. А, вы прилетели, что ли, уже? Точно, вы же прилетели. Давай сюда. Давай сюда, наверное. Так, а, ну вот этих двоих я потом выведу. Все будет хорошо. Все будет... Так, что вам рейтинг не нравится? Что опять? Что вам надо? Туалеты, я понял. Давайте вот сюда. Хотя там рядышком был. Туалеты. Иди сюда. Ой, как хорошо, спасибо. Отвали, я не буду этим заниматься. Какой настырный, а? Так, рейтинг поднялся. Хорошо. А, новый контракт, дайте мне. Чё, а чего вы сидите молчите? Хочется крутиться в шоу-бизнесе. И сейчас просто этот саботаж и все пойдет нафиг. Разве просто эти чудесные экспонаты не стоят небольшого риска или даже среднего риска? Мы же садимся в самолет и говорим себе, что с нами ничего не случится. При этом те, с кем это случается, говорят себе ровно то же самое. Ну да. Опа, жрет. Так, а потозаврик, ну-ка давайте посмотрим на него. Они такие здоровые, такие медленные все. Ну все, понятно.
Ну, перейти к окаменелостям, что ты меня... Что ты меня бесишь? Так, тут скоро закончат. Давай сюда и давай вот сюда сгоняем. Сколько их там осталось? Ой, еще долго, капец. Я тут, кстати, вспомнил мегабитву. Вот, просто мне интересно, вот сколько у тебя там, что получается? Так вот, да. Про жизни, трипыри. Бой. 116. 116, защита 34. Хорошо. Мегабой Тирекс и... Этот, как его? Ой, господи, забыл. Ты серьезно? Велосираптор, господи. Давайте сделаем вот так вот. Нас ничто не остановит. Так и надо. Так, у тебя есть атака? Есть, использовать ген. Так, ген на атаку. Хорошо. Так. Сто четыре. Так, это мы ее заказываем. И Тирекс. Где у нас? Тирекс. Иди сюда. Ну, Тирекс там самый обычный был. И они вдвоем, а тут, ну, они будут поодиночке все же. Давайте чуть-чуть улучшим Тирекса. Просто в следующем видео начнем с мегабоя. А, вон он ползает. Я думал, ты жопу чешешь об колонну. Ты серьезно, ты издеваешься? А что еще ты мне... Так, контракты давай сюда. Контракты, контракты, контракты. У кого новый контракт? Вот у кого. 75%. Ты хочешь сказать, у меня меньше, что ли? Ну, а пусть повисит под... А, все. Отлично. Вот что мне у вас нравится. Вы добиваетесь результата. Ну да. Тропический лес, хорошо. А, ну можно, если надо же исследовать, да, это дело. Или не надо? Нет, смотри-ка, не надо. Ну что же, тогда на сегодня мы закончим. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!